числе приглашенных на торжественный прием главы района была и Светлана Кришталь. Всю жизнь она проработала в медицине, заслужила звание почетный донор России и своим благородством спасла немало жизней. А еще она любящая мать двоих детей, жена и просто хороший человек. Очень часто большинство людей задумывается о сдаче крови исключительно в тот момент, когда кто-то из близких родственников оказывается в беде. В это же время банки крови постоянно нуждаются в новых поступлениях этого жизненно важного компонента. Светлана Кришталь является почетным донором России. Она никогда не задумывалась, нужно сдавать кровь или нет. На ее счету за 35 лет донорства более 40 кровоотдач. Много лет по семейной традиции мама Светланы также является почетным донором СССР. Она спасает людей в трудные минуты, добровольно и бескорыстно отдавая свою кровь. Сдая кров, понимаешь, что помогаешь людям, как такой вот стимул был у нас, и даже никогда не обговаривалось, что вот надо сдать, не надо. Вот сказали надо, значит надо. Было такое время, и домой приезжали, брали. У меня мама почетный донор СССР, как бы и оттуда пример. Около 26 лет Светлана работала в районном комитете Красного Креста на должности медицинской сестры. Ее до сих пор там помнят и любят. Как признается председатель отделения Российского Красного Креста Славянского района Лидия Солдаева, как работник Светлана Кришталь была просто находкой. И вот как донор я скажу, что всегда, Лидия Константиновна, ваша Света пусть придет, нужна кровь. Все, по первому зову она всегда шла, это будет хоть когда, нужна кровь, значит Светлана идет, сдает эту кровь. Такая патриот, что она, что ее мама. Сейчас Светлана работает медицинской сестрой в тубдиспансере на детском приеме, продолжая оказывать людям помощь. Таких женщин в нашем районе очень много, добрых, отзывчивых и готовых помогать бескорыстно в любую минуту. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, программа «События».